Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь. Ты его колбасой кверху держишь, а надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором зовут? Я в нашем доме всех знаю. Я на чердаке живу, и мне все видно. Кот-то Матроскин меня зовут, это фамилия такое. Только сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить негде. Дядя Федор, а у тебя только один неправильный бутерброд был? Дом еще есть. Хочешь, пошли ко мне жить? Меня мама твоя прогонит. О, ничего не прогонит. Может, папа заступится. Что-то у нас кошачьим духом пахнет. Не иначе, как дядя Федор кота притащил. Ну и что? Один кот нам не помешает. Ну, тебе не помешает, а мне помешает. Но ты сам подумай, какая от этого кота польза? Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картины на стене? От этой картины на стене очень большая польза. Она дырку на обоях загораживает. Ну и что? И от кота будет польза. Он мышей ловить может. А у нас нет мышей. А мы заведем. Ну, если тебе этот кот так важен, пожалуйста, выбирай. Или он, или я. Ну-ну-ну-ну, о, о. Ну, я тебя выбираю. Я с тобой уже давно знаком. А этого кота первый раз вижу. Дорогие мои родители, папа и мама, я вас очень люблю, но и зверей я тоже люблю. Особенно всяких кошек? Да. А вы не разрешаете мне их заводить, поэтому я уезжаю в деревню и буду там жить. Ваш сын дядя Федор. И кот.